Вот второе его детище. ГАЗ-69. Ну, за рулем сын Вячеслава Ждановича, Александр. Это автомобиль повышенной проходимости, сделанный на основе хорошо известной всем Победы ГАЗ-М20. Двигатель, многие узлы позаимствованы от этого автомобиля. Ну и, конечно, ГАЗ-69 являлся неизменным персонажем многих-многих советских фильмов. Вот как джип проходит через препятствие. 55 лошадиных сил мощность ГАЗа-69. Не так давно Клинт Иствуд снял фильм «Письма с Иводзимы» в 2006 году. Кстати, этот фильм снялся. Вот там было заснято несколько наших отечественных ГАЗ-69. 31-й участник у нас завершает поездку. Вот, а вот там уже обозначился очередной участник. И о нем хочется сказать.